На вручении награды присутствовали все, кто участвовал в проведении гонок. Строители трассы, волонтеры, главный менеджер «Формулы-1» Берни Эклстоун, вице-премьер России Дмитрий Казак. Необходимо было одновременно с подготовкой к Олимпийским играм, с созданию с нуля всей олимпийской инфраструктуры, создать лучшую, мы не могли поступить иначе, лучшую в мире «Формулу-1». Огромное, огромное спасибо всем строителям, которые приложили свой труд, строителям, проектировщикам. Тысячи людей. Это и волонтеры, это сотрудники администрации города Сочи, администрации Краснодарского края. Все то, что мы вместе с вами сделали на долгие-долгие годы, станет центром притяжения для тысяч зрителей, любителей автомобильного спорта, любителей спорта вообще. И это станет точкой притяжения для Олимпийского Сочи. 5 декабря Международная автомобильная федерация признала первый Гран-при Сочи лучшим этапом сезона в мире. Теперь кубок будет храниться в музее «Формулы-1» на автодроме.